И всем привет, канал Вилт. Вот сегодня будем делать реакцию на Шегэша. Уже 7-я серия вышла. По просмотрам я прям в афиге, вы набрали хорошее количество просмотров по Шегэша. И вот вам, уже 7-я серия. Школа бросил девушку за измену, попал в больницу. Новая жизнь глазами школьника. В смысле. Так, ладно. Димочка, давай ты лучше присядешь. Держись. Мы хорошим человеком. Моя бабушка еще кредит на него не выплатила. И вообще, что вы делаете? Поиграли и хватит. Это что такое? Мам, дай это курьер, я тебе цветы заказал. Всем поставили отличные оценки. Учитель вообще топ. Ну, похоже, не один ты что-то скрываешь в ваших отношениях. Ну, еще и совести вернуться хочешь. Лучше бы домой. Потому что Оливия Алексеевна не захотела тебя слушать. Ты уволилась? Сейчас вообще не до тебя. Мне нужно догнать Оливию. Тебе просто нужно время. Если руку не уберете, я вам вашу старую шуфлядку развалю. Я лучше, чем ты! Ребят, собираем более 100 тысяч лайков, и набрали. Мы публикуем новое видео. А если ты еще не подписан на канал, сделай это прямо сейчас. Так, опа. Ну, опа, Ворон. Спасибо, что помогаете с переездом. Дим, слушай, а ты уверен, что эта идея с переездом хорошая? Нужно исправлять все. И, пожалуй, лучше начать с семьи. Кушайте, будете? Я, наверное, опа. Нет. Леопольд Арнольдович, я хотела вам сказать спасибо, что заботились о Диме как о родном. Я надеюсь, вы больше своего ребенка не будете оставлять у других людей. Дим, слушай, а ты сильно хочешь в школу? Может, недельку дома посидеть? Вы же знаете, какие у меня там проблемы. Их тоже нужно решать. Проблемы проблемами, а в школе все вошли в твое положение. Так что можно переживать. Леопольд Арнольдович, я теперь буду другой. Вот увидите. А где твои лысые чубрики? Да, на завтрак у нас блины. О, я сейчас тоже блинчики ел. Давай теперь он будет стоять здесь. А-а-а. Хочешь, можем что-то поменять в комнате, или хочешь, можем переехать. Может, в другой город. От проблем не убежишь, мам. Даже в другом городе они останутся. Ты хочешь, чтобы мы с тобой переехали? Или твоя новая семья тоже с нами? Давай пока без новой семьи. Я попросила их на какой-то период оставить нас наедине, чтобы мы с тобой могли вместе провести больше времени. Ну, надеюсь, что это время поможет нам с тобой сблизиться, как мама и сын. Кстати, это тебе. Че это? Ну что смотришь? Давай, бери. Я знаю, что ты сломал там ноутбук. Спасибо, мам. Ну чаевые деньги. И как я зайду? Вот я как жопа будет. И что мне сказать? Опа, пай! Что, забыл, как ходить? Леопольд Арнольдович. Да, они там сейчас стоят и обсуждают тебя. Но это не повод стоять здесь и бездействовать. Тяжелее исправлять свои ошибки. Легче их совершать. И к тому же, если у тебя будут какие-то проблемы, первым делом... Но он сам первым начал на Геру набросился же. Кстати, математику сделал. Кто там эта старая шуплятка? А сейчас, прикинь, услышите, а будет жопа. Я, наверное, о! Все-таки решил в школу прийти, да? Слушай, Димон, я тебе это... О, посмотрит, смотрит, смотрит, смотрит. Блин, смотрит. Я не знаю, что говорить в таких ситуациях. Ну, я рад, что ты не бросил школу. Из-за такого школу не бросали. Я, конечно, не знаю всех подробностей, что и как там у вас происходит. Слышь, Саш, я тут деньги принес. Какие деньги? Бабушка тебя заберет сегодня? А, за ноутбук деньги. Конечно, заберет. Димон, что за вопросы? Это, а может, ты мне деньги отдашь, а? Ну так, чтобы всяких посредников... А потом опять тебе рачки купишь, я да? Я оставлю пока что у себя. Тебе не доверяют. Может, сразу у меня? Мне Камран, можно доверить. Ты с какого первого что ты с собакой? Короче, как ты понял, я раньше в этой школе смотрящий был. Наказывал всех. Меня даже еще погоняло. Чё было. Ты Камран... здесь? Я Григория Федоровича бы реально бы отшил бы за такое. Два гнома нашли друг друга. Я так понял, Камран себе нового кента нашел? Да, да? Вот именно. Семья подрастает. Он же на Димона обиделся за то, что тот его бабушку старой шухляткой назвал. Можно было бы и войти в положение Димы. Ты как вообще? Нужна какая-то поддержка от нас? Или может от класса? Ну да. То есть, что помню, мы всегда рядом. А, то есть мы все забыли и просто простили его? То, что у него случилось, это не знак того, что нужно ходить, творить всякую фигню и не справлять ее. Вон, у Камрана вообще родителей нет. И что теперь? Ты дура? Это разные ситуации. Ну, давайте теперь ходить и только жалеть его. Тем более, отец его и так давно бросил. Что он был, что его не было? В чем разница? Берешь своего пуделька на лебедку и валите в будку, и чтоб мы вас тут не видели, ясно? Вот именно. Дура ты, Анжела!
Слушай, Димон, ты не обращай на нее внимания. Я Мале не наверяю, это шеф. Шуфлятка старая, блин. Я просто крест уже на ней поставил. Да, Сань, твоя поддержка, это, конечно... Можно попросить вас об одном? Не нужно меня жалеть, хорошо? Слышь, а ты извиниться не хочешь перед бабушкой моей? А лучше перед Оливией. Она же из-за тебя работу потеряла. Да задолбали два гнома. Вместо Дмитрия сделаю, а? Опа, Рашида Жавдатовна. Да нет, Рашида Жавдатовна, мы так подшучивали. Шутники. Чего у тебя, противогаз? Шутника этого, пожалуйста, в класс забери. А вы, Григорий Федорович, в свой класс заберитесь самостоятельно. Дим, вы как? Спасибо, Рашида Жавдатовна. А вы как? Ну, за меня можешь не переживать, хотя, конечно, погром ты в школе устроил. Я, собственно, хотел бы все исправить. Не подскажете, у вас случайно нельзя взять номер Оливии Алексеевны? Зачем? Да тут забыл. Да забудь ты ее уже, боже мой. Ты взрослый мальчик вроде бы, ну что такое? Она действительно уволилась. Так. Давай ты действительно сейчас займешься исправлением всего того, что он натворил, а про Оливию Алексеевну пока что забыл. Рашида Жавдатовна. Если что, если помощь в кабинете. Я очень занята. Софья Андреевна, знаете, у меня срочно есть полное дело. Вообще, очень масса. Ну, а вы ничего не хотите сказать учителю? Простите, что обозвал вас. И это все? Вы понимаете, Дмитрий, в жизни бывает всякое, но это не есть поводом вести себя как хам. Вы прежде всего ученик этой школы, а свои проблемы все оставляете. Ах, хорошего дня, София Андреевна. А давай, Оля. О, явился особенный ребенок. А что ты парту забыл? Зачем сломал? Ну, вообще сломал не он, а сломал он Герман. Он же последний приземлился на нее, да? Простите, я компенсирую. Готова поспорить, что не компенсирует. Что-то я нового ноутбука у Саши не вижу. Спасибо, что парты нам хоть школа дает, а не он. Слушайте, эта парта покрепче будет, а? Вот просто если Анжелу кину, она выйдет. Себя кинь. Хотя такую тушу, как ты, мало кто подымет. Ну, разве что только Ари. Сама ты жирная. Я вам сейчас покидаю, а ты... Да что вы хотите? Покой оставьте. У него горе... В семье произошло. Горе не всегда плохо. Порой именно оно нас делает сильными, и мы становимся такими, какими мы есть. Если думаешь, что всех можно швырять на парты, и это решит твою проблему, то лучше подумай еще. Желательно головой. Ты сама ты уже надоел. Слушай, Димон, если хочешь отомстить этому особенному деду, можешь его же оружие. Пальчики ему порубить вот так. Я смотрю, Димону понравилась твоя идея. Я хочу попросить у вас прощения. Потому что тебе стыдно за то, что ты сделал. Потому что мы не понимаем, что происходит, а ты у нас все понимаешь. Конечно, ты сначала сделал, а только потом подумал. Полина, я тебя люблю. Постоянно одно и то же. Срать на тебя. Слышь, Анжел, дай физику сказать. Ну, сейчас я не прав, Димон. Эксперт ты твой. Мне тоже это... Да ладно, я-то что? Не особо-то я обижаюсь. Мне скорее в кайф, когда что-то ломается, и я при этом... Да, ты же ломал что-то. Самое, из-за которого Димона крышу сносит. Концерт примирительный, когда даете? А трек от вас новый ждать? Вот, Валь, я думал, где Полина, вот она, я не заметил даже. Нет. Рот закрой! Да что ты начинаешь? Ее лучше ударь! Он все равно домашку не дает списать. Спасибо тебе, что пришла в трудный для меня момент. Слушай, ты выйти не хочешь? Если ты планируешь сказать мне, что мы не вместе, то я не сильно хочу выходить. Ну, иди. Знаешь, Дима, сейчас все, что происходит между нами, это не то, чего я хочу. Ну да, лучше с Германом быть, чем со мной. Опять ты о своем Германе. Ты меня вообще не слушаешь. Сколько тебе еще нужно человек о парту сломать, чтобы ты меня понял? Я тебя не понимаю. Ты даже сейчас проблему во мне ищешь. Виноваты всегда оба в отношениях. Но ты в этом году все слишком запустил. Я запустил? Ты меня обманывала. Что я должен был думать? Ты говоришь об астрономии одно, а там другое. Приходишь по записке на встречу, ожидая другое. А ты не ждал другую? Да вообще сейчас не об этом! Ты мне даже тогда не дал четкого ответа, конец ли наших отношений! А потом начал меня ревновать ко всем! Я тебе не говорила о конце! Представь картину! Вот мы с тобой сейчас миримся, заходим в класс, да все над нами будут смеяться, потому что вот в который раз это происходит? То есть ты хочешь быть вместе? Но думаешь о том, что будут говорить другие? Я тебя люблю, но... Что, но? Я люблю того Диму, с которым я познакомилась. Того робкого, романтичного парня, который покорил мое сердце своими глупыми поступками, который устраивал мне романтические свидания, говорил, что любит, доверял мне, ничего не требовал. Просто любил. Я иногда думаю, а что, если бы мы тогда не начали отношения? Но ты... Что я? Какая я? Я тебе не все рассказываю. Как-то не так веду себя с другими мальчиками. Недостаточно люблю тебя. Какая я? Я не та, которая тебе нужна. А может, я разрушила эти отношения? Может, я во всем виновата? Полин, что? Я тебе изменил. Как изменил?
Кто она? Неважно, кто она. Важно, что дело не в тебе. С тобой все хорошо. Ты замечательная девушка, которую я любил. Я уверен, что ты найдешь парня, которого ты будешь ценить по достоинству. Ты изменил, обменял меня. Ну, тогда все сходится. Знаешь, я даже на секунду подумала, что... Правда, проблема. Я ненавижу. Лучше ты будешь ненавидеть меня, чем себя. О, пипец. Пипец. То есть ты бросил Полину из-за того, что изменил ей с вымышленной девушкой, чтобы ей легче было при расставании, и она не винила себя? Да. Но теперь она ненавидит тебя и считает, что ты изменил. Да. Да. Во-первых, это самое тупое, что ты делал. А ты делал много тупого. Очень много. Но вот это... Да я понял. Но мне кажется, что так будет лучше для нее. И что бы ты мне ни говорил, но одну проблему я все-таки решил. Слушай, Димон, по-дружески. Если у меня когда-то будут проблемы, никогда их за меня не решу. Так, всем добрый день. Опа. Всех рада видеть. По местам быстренько сели. Сегодня мы с вами проводим практику. Полина где? Наблюдение. А лучше вот будет за вами, да, наблюдать? Не я за вами, а вы... За процессом. Сонечка, что у вас по планам на вечер, мальчики? Так, ну, смотря кто спрашивает и кому адресован. Ну, спрашиваю я и спрашиваю вас. Да, конкретики не прибавилось. Нет, Ксюш, мне в последнее время лучше вообще никуда не высовываться. Задние парты. Я сейчас лично за вами начну наблюдать. Тетради открыли, я не вижу. Слышь, а ты с Полиной прям точно все? Просто твое облегчение по расставанию выглядит, но не очень облегчающим. Я думаю, что вечером ей станет легче. Ну-ну. Что? Ксюша, это что? Ты точно не хочешь выбраться куда-то вечером? Мне кажется, тебе это сейчас бы не помешало. Дмитрий, вот, пожалуй, с вас и начнем. Расширзодатма, если я правильно понял, нам наблюдать за пузыриками и конспектировать? Не так я себе физику в старших классах представлял. Это не физика, а химика, это началась. Это термический процесс в открытом сосуде, терморегуляция замкнутой системы. Господи, во-вторых, Дмитрий, как день проходит? Нормально. Все хорошо у вас, Класс? Хорошо, сейчас, да, нам долго за этими пузыриками наблюдать. Я просто, кажется, понял принцип, и мне они не нравятся. Значит так, дети, когда вы пронаблюдали процессы в колбе и записали результаты своих наблюдений в тетради, можете передавать колбу на соседние парты. Прошу, доктор, да. Я прошу извинить меня, но я не могла пройти мимо. Я все понимаю, конечно. В семье горе. Но мы что, теперь все будем ему прощать? С вами, да, что ты опять приперлась? Татьяна Андреевна, а у вас, простите, срочное что-то? Или, как всегда, подождать может? Григорий Федорович, говорите! Он вор и украл мои деньги! Что? Димон, ты точно сегодня проблемы решаешь? Просто это уже вторая и... Так, это он хочет ему там... Рашид Джанатов, а это записывать как наблюдательный процесс? Или это не ваша часть эксперимента? Так, давайте еще раз. Григорий Федорович, то есть вы утверждаете, что у вас украли деньги, правильно? Да, их Дима украл. Спасибо. Софья Андреевна, а у вас доказательства есть? Или вы, как обычно, пустую тратите время моего урока? И вообще, что это за внимание к Дмитрию? Бесконечное! Вы бы, может, за своим лучше посмотрели, а? А вы лучше в его вещах посмотрите. Он же так-таки вряд ли их куда-то переложил. Ты чё, у него... Так, подожди. Подожди. Он, скорее всего, подкинул ему или... Деньги украл. Так, стоп. То есть деньги все-таки украли? Рашида Жавдатовна, Саш, ты же сам все видел. Я собирал эти деньги год на подарок своим родителям, на их годовщину. Димон, это он сейчас серьезно? Доставайте рюкзак и выворачивайте. Так, сейчас он типа достает рюкзак, и там будут деньги, которые должен был отдать Саше. Все. Так я не позволю вам обыскивать учеников на моих уроках. Позволю, не позволю. Вот. Это что? Деньги Гриши, которые я взял. Это ваши? Разве он не должен был Саше отдать? Я понять не могу. Да, вся сумма на месте. Но так как деньги найдены, я ничего не буду предъявлять Диме. И можно его не наказывать. Я с ним сам потом поговорю. У него и так проблем хватает. Не хотелось бы, чтобы директор его отчислил. Спасибо вам.
Софья Андреевна. Это вам спасибо. Побольше бы таких учеников, как вы, в школе было. Тогда бы у школы проблем бы не было. Ну, мерзкий вы человек, Дмитрий. Сама вы мерзкая. Теперь с этим лезешь. Камран, чё улыбаешься? Отставщик вонючий. Дмитрий, даже учитывая все, что произошло, зачем вам это? Класс. Мне кажется, пришло время нам всем проверить наши личные вещи. А то мало ли там еще чего-то не хватает. Так рты закрыли! Работаем! Так, слышь, Дима, я ничего вообще не понял. Зачем ты это сделал? Деньги были мои, дерзкие. А сейчас я вообще ничего не понял. Ты что, решил уйти в отрыв по полной? Полина, теперь этот. Раньше ты просто творил фигню, а теперь ты творишь непонятную фигню. Так бабки реально были твои? Подожди. Так это были мои бабки. Ты чё их этому гному отдал? Смотрите, мне сейчас это сошло с рук. А если бы я сказал правду, отчислили бы Гришу. Ну и чё? В его кармане мой новый ноутбук. И всё благодаря тебе. С каких пор ты защищаешь этих ценой своей жопы, а? А если бы не про каналы, и ты бы на отчисление пошёл? Так я сейчас вас отчислю к чёртовой матери! У нас урок не закончен ещё вообще-то. Вообще ничего не понимаю. Нафиг ты это сделал? Сперва расстаешься с самым близким человеком, а теперь спасаешь какую-то гниль? Слушай, Димон, не знаю как, но моя бабушка сегодня приедет в школу за деньгами. Я ей просто еще утром написал. Я надеюсь, все успели? По крайней мере, те, кто работал. Кто не работал, ну что ж, поделаешь теперь. Тетради мне все собрали, и хорошего дня вам. Рашида Живдатовна. Что, Дмитрий, вы колбу хотите домой забрать? Вы знаете что? Я более чем уверена, что с этим вашим конвертом что-то не так. И вы что-то скрываете. Я вас умоляю, пожалуйста, порешайте как-то без последствий. Хотели это что? А где найти нашего строителя? Мне просто кое-что нужно ему вернуть. Что вернуть? Опа! Ой, конец Гриши. Слушай сюда, если ты мне сейчас не вернешь деньги, я возьму и этими плоскогубцами буду тебе по одному пальчику. Чё, ты этого не сделаешь? Чё, поверил в себя? С какого начнем? С указательного? Или, может, мизинца? А я все расскажу, и тебя со школы выпрут. Зато у меня все пальцы будут целые. А во-вторых, сегодня же не выперли. Да ты чё, с головой не дружишь? Значит, с мизинца. Да все, стой. Обосрался, да? Вот и отлично. А чё ты меня сразу не сдал? Там же явно было видно, что я блефую. Я хочу начать все с чистого листа. Отныне я решаю свои проблемы без участия класса. У нас с тобой были конфликты. Я разбила в тебя бутылку. Ты подставил меня с предложением. Сдал меня беде с поцелуем. И многое другое. И я не хочу, чтобы это все повторялось снова и снова. И так до бесконечности. Я тебя спас, тем самым мы с тобой в расчете. Ни ты, ни я тебе ничего не должен. Но если тебя что-то не устраивает, я приду снова. Я тебя понял. Вот и отлично. Это идея Камрана. Я знаю. А ну по лицу было понятно. Я принес плоскогубцы. Вы их забыли у нас в классе. Красивые, да? А, я это, плоскогубцы принес. Вы забыли. Ну, если принес, спасибо. А то я уже думал новые покупать. А это ваша семья? Да. Маленькая, это Кристина. А постарше, это Карина, моя жена. А ты что, пришел поговорить про мою семью? Нет, ну, просто у меня такой период. Да, я уже слышал. Дам тебе совет. Не зациклися над тем, что было. Думай, что будет после. А можно попроще совет? Никогда не упускай возможность. А вы упустили? Плоскогубцы вернул, свободен. А, понял. Все правильно? Так, все правильно. Мог бы не спешить, потом бы отдал. Мне Саша все рассказал. Да, все нормально. Да, ладно, бабушка, нам уже надо идти. Опа, вот и Ксюша. Не знаю, как ты это сделал, но спасибо. Слышь, Ксюша? Да? Твое предложение еще в силе? Ну да, у меня как раз есть еще один билетик. Тогда до вечера. А как же твое лучше никуда не высковываться? А я решил не упускать возможность. А вот это правильный настрой. Тогда до вечера? До вечера. Воу-воу-воу, what the fuck? А чё попал в больницу? Так, я это не буду делать. Последняя крутая тусовка, да? Да, ещё на таких не было! Добро пожаловать в закрытый клуб! Последняя любовь. Вы ещё и поцелуйтесь, а? Тиша, мне плевать, ты больше не поверишь никому и никогда.
Привет! У тебя все нормально? Да, да! Я пойду воды возьму, тебе взять? Да, возьми мне колы! Ты мне нужен, я ошибалась, без тебя не смогу. Прощай. Да что за тупой прикол? У тебя точно все нормально? Да-да, номер перепутали, наверное. Давай фотку сделаем. На мой телефон? Не бойся, ничего выставлять не будем. Так, чисто на память. Это же просто для фотки, ничего такого. Да, господи. Ой, я тебя немного помадой запачкала. Кстати, хотела спросить, у вас с Полинкой уже все? Она просто сегодня плакала и расстроенная была. Кто опять твой? Алло, кто это? Вы ошиблись с номером, наверное. Ошибся номер? Из-за тебя, моя дочь. Она... Что? Плохо слышно. Если моя дочка, если Полина... Что? Полина? Она в больнице, мразь ты. И все из-за тебя. Мне нужно в больницу. Ты больше не поверишь никому и никогда. Последняя любовь. Последняя любовь. В смысле, Полина в больнице? В смысле? Стоп. Я думал, Дима в больнице будет. Но не он. Ну а не она. А из-за чего? Стоп. Из-за чего? Стой. Там были таблетки. А из-за чего? В смысле? Стоп, типа из-за того, что они... Из-за того, что он сказал, что... Как сказать? Из-за того, что типа они... Типа... Он изменил ей из-за того, что ей стало плохо, и она в больнице? В смысле? Еще батя начал орать на него. Кукарику, блин, ей-богу. Алло, кто это? Вы ошиблись с номером, наверное. Ошибся номер? Из-за тебя, моя дочь. Она... Что? Плохо слышно! Если моя дочка, если Полина... Что? Полина? Она в больнице, мразь ты! И все из-за тебя! Мне нужно в больницу! Ты больше не поверишь никому и никогда. Последняя любовь. Последняя любовь. Мне кажется, Ксюша сейчас очень грустно, ё-моё, я так думаю. Ну что, ребятки, это была реакция на Шигыша 6-я серия, ой, тьфу, 6-й сезон, 7-я серия. Это было что-то жесткое. Подписывайтесь на канал, сейчас уже немного что-то налаживается с подписчиками, но 50 на 50. Давайте наберем 10 лайков, и будет продолжение на Шигыша, если будем еще Шигыша снимать. Ладно, ребятки, подписывайтесь на канал, кнопочка внизу. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Ставьте лайки. И да, в субботу будет очень сюрприз. Если у него получится, но я не буду говорить кого. Если у него получится в субботу, то у нас будет сюрпризик. И да, в воскресенье я уезжаю в Новосибирск на недельку, так что неделю потом после этого не будет ролика. Ну а так, как и всем удачи и всем пока-пока. The best, 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 the best,